А наш следующий материал проанализировал хронику COVID-19 в Узбекистане. По последним данным Министерства здравоохранения, количество инфицированных коронавирусом в стране достигло 1275 человек. В 107 случаях заболевания закончилось выздоровлением, в 4 – летальным исходом. Уважаемые соотечественники, карантинные мероприятия в Республике Узбекистан продолжаются. Более 82 тысяч наших соотечественников находятся на карантине. За всеми ними ведутся медицинские наблюдения. И у них берутся анализы для тестирования и проводятся лабораторные исследования на определение коронавируса. Мероприятие по всей республике продолжается. Мы обязаны выполнять все требования, предъявляемые во время карантина. Благодаря такому подходу мы можем способствовать быстрейшему обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в нашем регионе. Будьте внимательны.